Всем привет, друзья, с вами Димикс, и мы продолжаем Far Cry. Тут у нас очень четко. У нас тут... Мы летаем, летаем, еще раз летаем. Летаем и падаем прямо на воин Ракнет. Азаз и Борщ. Тян, ненужный. А нафиг мне их спасать, я же не хочу, как бы, выходить из роли наемника. Вот так вот, ребята, мы сейчас быстренько, так сказать, на миссию, да, погоняем, и все. И будем уже проходить, все. Ну вот и все, мы пришли. Так, ну что? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэр, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Дядя Сэм. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Давай. Ну что ж, финал близко, ребята. Поезжай к нефтехранилищу. Окей. Я встану за пулемет. Угу. Еду, 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 еду. Воу, все взрывается. Ух ты, нифига себе тут. Идите в склад, берете вместе с ним. Так, я иду, я иду, я иду, я уже здесь. Я в складе. Ой, я воюю уже. Лови, фашист, гранату. Отлично. Блин, не отлично. Он оживился. Он оживился. Мразь, ты. Вот так вот тебе. Сэм, ты там что это? Бензобак стреляй, серьезно. Ай, бля. Это гребаный патрон, вы что, издеваетесь? Да как? Как это хреново не может попасть? Отлично. Ай. Плохо, плохо. Плохо дело, плохо дело, плохо дело. Перезаряжайся быстрее, Сэмих. Сэмих, блин. Все, нефиг. Достал уже, чувак. Я иду. Устанавливаю. Я биндию. Я забиндил. Я забиндил, надо валить, надо валить. Надо валить. А-а-а-а. Я свалил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сэм. Нет. Стреляй, Сэм. Просто попанет. Так я мастерски вождение. Меня. Иди, уничтожь второй резервуар. Окей. На, падла. Еще одна падла. Гори. Нет, не я гори, а он пусть горит. Так, тихо. Свалим. В тачку. В тачку взорвется же. Ехай. Отлично. Фух. Эпично. Это лучший день в моей жизни. Угу. Возможно. Так. Давай. Да, сколько тут еще резервуаров? Мне тоже интересно. Быстрей. Садись. И гони отсюда нафиг. Фух. Эпичненько. Вот последний остался. Сэм, держись, Сэм. Я скоро приду, я быстро. Пример постараюсь. Ах ты скотина. Пошел нафиг. Да ёбар, сатай. Блин, зайди на эту гребаную лестницу и хватит меня бить. Хватит меня, сволочь, бить.
пошел нафиг! Лечись, лечись, быстрей! Быстрей! Я знаю, что Сэму нужна помощь! Я не могу выйти из этого! Да ёпрысо ты! Ты даун, что ли? Ехай! Да твою за ногу! Ехай! Нет, 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 нет. Yes. Офигеть. Я все сделал. Я не все сделал. Еще четвертый остался. Так, ребят, давайте мы немножко передохнем. Поехали. Ой, блин. Я косоруки, блин. Так, последний, четвертый остался. Фух, блин, это эпично. Серьезно, эпично. Это типа тут должна быть машина наша, да? Угу, прикольно. Занимай пулемет! Я иду внутрь! Я пулемет? А, окей. Так, все, теперь мы на пулемете. То где? Тихо-тихо-тихо. Я за пулеметом. Взорву нафиг всех. Отлично. Давай-давай-давай-давай. Отлично, супер. Давай-давай еще вот тут. Вот тут. Давай-давай, ну. О, отлично, супер. Да я за пулеметом, блин, тут бомбит у всех, пукан. О, найс. Ой-ой, еще и стреляет. Супер. Запретная зона. Да знаю я, блин, третий раз одно и то же пишут. О, найс. Вроде все. И вон там еще. Вон тот вертолет рванет. Воу! Эпично. Ух ты! Нифига себе, это видели? А, блин, не успел. Вот. Ух ты! Пытаюсь я. Уху! Офигеть! Вот это эпично. Вот это эпичная миссия. Сэм, ты чё? Сэм. А, все так задумано. Победа! Да! В рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта. Угу, окей. Ну вот, развязка близка. Офигенно, мы прошли первую миссию. Нашего какого уже 9-го прохождения по Far Cry, наверное, не, навряд ли, конечно, это финал, но что-то мне подсказывает, что это уже финал скоро. Сколько мы же по много так проходим-то, по 45 минут целых, то если посчитать, 9 часов мы уже в Far Cry находимся. Это круто. Так, ну что, Ну, вы поняли, где мы. Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Да как бы... Окей. Ну вот видите, даже уже игра нас предупреждает, что это уже финал. Я думаю, я сейчас мы все сделаем. Отвлеки так. Его, когда я скажу сдавай. Да. Понял. А, привет, парни. Привет, Хойт. Присаживайтесь. Окей. Пятикарточный холдинг вас устроит? Конечно. А, могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Да не. Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения.
Но Сэм скажет, что главное это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Но это не так. Главное заставить игрока играть до разорения. Ну ок, давайте играть в покерчик. А мне спешить некуда. Так, поднять С. А, Enter. Я подниму. Только же. Отвечаю. Отлично, мы играем в покер. Угу. Я поднимаю. Ну я тоже подниму. Я отвечаю. Так, что дальше? Отпустить. Чек. Чек. Да. Оставляю. Я пропущу. Ну я тоже пропущу. Отвечаю. Мне спешить некуда. Это мне не понравилось. Кто это сказал? Кто? Поднять. Давайте немного поднимем. Я подниму. Только же. Я. А, все. Погодите. Все, катсцена. What the f... Ты чё творишь? Нифига себе поворот. Надо же. У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Но... Фостер? Ты... Джейсон Броди? Ты убил его! Или ты убил! Еще, уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Окей. Продолжим игру. Думаю, он пропускает сдачу. Так. Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата. Ну понятно, то есть он играл с нами ту же самую игру, что мы играли с ней. И что? Что поставить? Смотрите, текстурка. Ну, пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Да? Ну ладно. А я тебя нет. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. Мне цена, ну я... В жопу систему. Да, действительно. Смешно, а? Ну вот Сэма жалко. Плохой, хороший мужик был. Какую еще поблажку? Не надо. Ой, не. Я же не ассасин, ты что делаешь? Нет. Думаю, я начну с безымянного. Нет, я же стану Альтаиром. Нет! Он ему палец отрезал. Вы это видели? Охренеть. Ну все, чувак, ты труп. Пошел ты! Я одной рукой тебя как порежу. Получает это удовольствие. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Да. Ну давай, старик. Давай. Оп. Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена.
Он любит молодых. Ты за это ответишь. У меня влиятельные друзья, они найдут тебя. От тебя ничего не останется. На, словил? Ты не можешь выиграть. Все карты у меня. Ну, давай. Оп. Ух ты. Оп. Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Не боюсь. Я отложу вылет. Ух ты, вот это жестко. Вот это мне и нравится в Far Cry. То, что здесь вот такие сцены. Типа как битва с боссом. Такая офигительная. На! 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 Все. Конец хоть-то. Вот и все. Прощай хоть-то. Так тебе и надо, чувак. Ибо нефиг лезть на нас. До меня, Джейсона Броди. Ну, я говорю за персонажа игры. Если что. Ну что же будет дальше, ребята? Мы убили Хойта. Двумя руками. Хотя палец отрезал нам. Ну. Справедливо, в принципе. Он убил Сэма, я убил Хойта. Все справедливо. Офигеть, вот это было эпично. Вот это супер просто. I believe I can fly. I believe can touch the sky. На-на-на-на-на-на, fly away. Воу-воу-воу-воу. Фух, вовремя я. Погодите, ребята. А кто меня стреляет-то? Я же вдалеке вообще. А, ну да, за нами же теперь это, все. Нас же теперь вычислили, так сказать. Не сдохну. А за и борщ. Тян не нужный. Кто звонит? Алло? Лиза. Что? Я тебя не слышу! Кто забирает, вы о чем? Что за хрень? Да, я о том же, чё за. Чё за фигня творится, я не могу понять. А чё, подставить что ли хотят? Я не могу понять. Чёрт. Вот ещё не хватало. Так, ну-ка. Ну-ка. Ну. Где Ралли Броди? На! А, отлично, все. Тревоги теперь не будет. Ух ты! Кыш, нет, он не должен меня спалить. Спалил все-таки, потом. Ничего. На! Бомбануло. Сдохни ты, блин. Ну, он тут. Да, он тут. Получилось. С первой попытки я его нашел. Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда. Пришел, погнали. Что тут у нас творится? У нас тут неладное. Так. Ух ты, сколько их там. Ой. Я бы себя не смог прикрыть, не то что Ралли. Тут куча, реально. Ай-яй-яй, огонь еще, огонь. Тихо. Ну. Сволочь ты, неблагодарная. Тихо. Ребята, погодите. Погодите, ребят, не стреляйте. Дайте мне... Все, займемся вертолет. Вертолет водишь? Нет! Садись, блин! Да, ну на самолет! Садись, ёшкин кот! Ты бесишь уже меня! Сейчас сам пристрелю. Не будь нытиком. Хотя, в принципе, Джейсон сам был поначалу нытиком. Помните сначала? На! Сейчас кто-то бомбанет. О, эпичный музончик. Тан-т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 ан
Ребят, погодите. Ну, как вы знаете, YouTube может и как классику закопирайтить, поэтому я взял и отрубил ее. Просто. Ух ты! Это что такое в нас летит? Кто там? Кто там такой умный? Кто-то у нас взорвется нафиг. На. Ну, что дальше? Что видел? Ничего не видел пока что. Ух! Блин. Где кто стреляет? Тихо! Фаак! Не надо этого делать! Не надо, мы сейчас взорвемся нафиг! Нет! Ну все, звездец нам. Ну, блять. Это все из-за долбанного копирайта Ютуба. Ну что, ребятки, дубль 2. Я все-таки музыку опять включил, потому что это классика. Вроде как классику Ютуб не банят. Надеюсь. Но. Та-тан-та-та-тан-тан. Отлично. Так, взлетаем. Лети и все, понял? Сказал Джейсон. Используй силу. И скорее всего силу земли. Действительно. Тан 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 тан. Я думаю, я отправился. Ты в порядке? Я потопил твой лепкор! Фак! А, это не в нас тут. Они на крыше! Это их на крыше. Только что крыша всего влетела, не было их там. Точно. Гениус. Где теперь они? Хе-хе, прям воду. Бомбануло! Блин, ну чё за фигня? Ну, а где? Ёпта, хорош! Хорош, мы сейчас взорвемся из-за тебя, падла! Из-за тебя! Из-за вас всех! Уж вы мрази долбаные! Лети, лети, ну пожалуйста, ну чекпоинт, ну... Будьте справедливы, разработчики, дайте мне чекпоинт! Дайте мне чекпоинт! Дайте мне чекпоинт! А-а-а!
Еее! Нет, не е! Откуда? Где? Ёпта, я там вообще не увижу. Вы что, издеваетесь? А вертолет за нами еще вылетел. Он че? Вертолет. У них вертолеты! Хорошо выходит, продолжай! Да мне срать. Сказал Джейсон. Да, улетай домой, ублюдок. Мамочка, небось, заждалась. Давай, мочись. Почему он не хочет мочиться, тупая ты NPC? Мочись. Наконец-то. Бу-бум. Мы вырвались. Ты как прописал? Он что, там кончил, что ли? Это супер! Это... Игра против банка. Готово. И черный экран. Загрузочка. Проснись, игра, человек. Загрузка. Смут. Смотри, друзья. Смотри, безумие. Дом. Мама, девушка. Это звездец. Жди здесь, сейчас разрулю. Энхард, нет, Энхард. А, ну в принципе так ему и надо, он же наркоман. Лиза, Дейзи, Оливер! Ёпта, они его убили. Наркомаша, ты жив? Где они? Где мои друзья? Да, где они? Храм, значит. Ну я так и знал, они нас сейчас подставят. Угу. Так я и думал, блин. Может, значит, не доверяй лесным пехотинцам, блин. Ну что ж, ребят, мы сейчас, наверное, в храм полетим. Чё ж теперь? Ну, печально, конечно, что вот так вот все заканчивается. Нам надо идти сейчас. Я думал, меня сейчас эта фигня разрежет нафиг. Ну нет, не разрезала. Так, опять загрузочка. Я ее пропускать не буду. Я хочу, чтобы вы насладились. Шучу. А, она быстрая. Так. Ну что ж, Final Fantasy, как говорится. Смерть Дока. Какого Дока? О чем? Трудный выбор. Вот это меня настораживает. Да где они? Ты вернулся с победой. Эй! Эй, вы что делаете? А... Опять она меня что-то подсунула. Подсунула. Подсунула, блин. Взгляни на себя. Большой, сильный, могучий. Ну и что? Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Но... Не понимаю. Я люблю тебя, Джейс. Но ты не даешь мне отдать всю любовь. Да пошла ты нафиг, Цитра. Ты мне вот даже не нравишься. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Мне вообще планетки нравятся. Правда, они тупые. Ну, не все блондинки тупые, но тупые. Я лишь хочу помочь. Верно? Тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Да пошла ты нафиг. Ты я отвергаю твою любовь. Я хочу освободить друзей. Тебя на алтарь, и ты освободишься. Алтарь. Угу. Подстава и там будет.
Конечно, давай, нет, давай. Угу, угу, конечно. Ну, что будет дальше? Ребята, я хочу сказать, что это уже финал. Финал Far Cry, ребята. Цетра. Давай, давай, давай. Выходи из этого всего. Выбирайте, красава. Так, что сейчас будет? Он будет бежать? Или чего? Ой-ой, как наркоман Джейс. Иди по пути воина. Окей. Лишь сильнейший выживет. Как я, ты могуч, как и те, кто был до тебя. А давайте, знаете что? Сделаем это более эпично. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Какое лицо у него. Ну иди, Джейсон, иди быстрее. Мы идем по огню. Ты уже готов? Я готов. Вот твой клинок. Ты знаю, вот я его уже минуту держу в руке. Он крутой. Ну, пустите меня дальше, вы чё? Эй! А почему меня туда не пускают, не могу понять. Ну, пустите меня уже туда. Ну вы чё, издеваетесь? Ошибись. Начал играть в Far Cry 3, не смог пройти концовку. Например, так выглядит. Ладно, пробуем еще разок. Так, поклонитесь мне, поклонитесь перед царем великим, который прошел Far Cry 3. Ура! Шучу, не прошел. Все, я понял. Мечтай. Цетра! Я иду за тобой. Вообще, если честно, у Цитры есть другой парень. Зовут его Эйден Пирс. Иди по пути воина. Идем по пути воина. Воу! Как это эпично! Мне дали ножик. Лишь сильнейший выживет. Ножик! Ножик! Х, ёжик, блин. Как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Лиза, стой ты. Ты чего? Эй. Что такое? Чего он просто стал? Сильный воин. Ты заслуживаешь последнее татау. Оно не последнее, там еще 4 татау осталось. Но... И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Что такое, а? Я твоя. Мы все твои. Да пошли вы нафиг. Это ты живешь в мире. Не хочу я быть воином, все. Я убил всех, кого хотел, все, воин закончился. Дойди до конца, иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ну и хорошо. Ты уже готов, воин. Вот твой клинок. Окей. Бери клинок. Тут нет. Нет, Джейс, прошу, 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 Джейс, нет, нет, пожалуйста. С
встать на сторону Сидора и спасти друзей. Трудный выбор, ребят. Давайте мы попробуем для начала спасти друзей, а потом встать на сторону Сидора. Я думаю, это будет разумно, верно? Почему ты уходишь? Я думаю, я правильно все сделал. И чё? У них будут дети. Скучная жизнь. Ну, вообще-то у Лизы будут мои дети. Потому что я с ней буду. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончено. Все. Хватит крови. Понятно? Джейсон, посмотри на меня. У тебя есть этот хипстер, очкарик, как его там зовут, я забыл. Нужны. Да пошла ты нафиг, не надо. Я люблю тебя. Джейсон, нет. Что ты делаешь? Сидра спасла меня, спасла всех нас. И ты отвергаешь ее любовь? Молодец. Убил Сидру. Супер. Ну, вообще, просто эпично. Я люблю тебя. Ну, чё ж теперь? Ну... Не бросай меня. Мне жаль. Да, именно это я и хотел сказать. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Молодец, хипстер. Пожалуйста, не бросай меня, Сидра. Ну, Сидра, прости, сам виноват. Сидра, пожалуйста, нет, не бросай меня. Да, жалко же этого Денниса. Ну, сам виноват, серьезно. Ну что ж, что будет дальше? А дальше, ребята... Дальше, ребята! Ребята! Удивительно. Жилет конец. Я убил столько людей, что потерял счет. Не могу забыть об этом. Я монстр, я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен, где-то внутри есть что-то. Что-то лучше. Гнев внутри себя. Но я... Все, я так понимаю, вон они поплыли. Что-то лучшее. Из Memory Gen, Джук Марк. А, погодите, сам создатель что ли умер? Я не могу понять. Типа светлой памяти Дженк Джун Марк. Так, ладно. Ну, короче, мы прошли игру. Хочу сказать, что она получилась очень крутой. Да, всем советую поиграть, если не играли, если затянет, то пройти ее, как сделал я. Видите, у нас прошло не так уж и много времени, в принципе, сколько, 9 часов? Ну, в принципе, это же не год, верно? Не месяц. Вот так вот, ребят. Вторую концовку я выложу на свой канал после этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу. С вами был Димекс. Эпичная концовка Far Cry 3. То бишь, Far Cry 3 финал. Подошел к концу. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Я очень сильно вам благодарен за это. Мне даже приятно. Вот так вот, ребята. Не забывайте о нашей группе ВКонтакте. Такие дела. Всем удачи, всем пока!